Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подрядчик, отвечающий за содержание севастопольского приюта для бездомных собак, возместит региональному бюджету около 1 миллиона рублей. Предпринимателям Севастополя начнут выдавать микрозаймы в размере до 3 миллионов рублей под 1% годовых. На Ялтинской трассе в районе поселка Айданиль мужчина поджег автобус «Мерседес Спринтер». Маленькая жительница Севастополя Катя Коренюк нуждается в помощи горожан. Севастополь вновь принимает гранд-финал Национальной парусной лиги, на этот раз в высшем дивизионе. Скоро мы узнаем имена сильнейших яхтенных команд России 2020 года. 31 декабря в Севастополе объявили нерабочим днем. Такое решение на заседании местного правительства озвучил губернатор города Михаил Развожаев. Думаю, что с учетом такого насыщенного 2020 года вряд ли кто-то будет против. Поэтому, Славантина, прошу подготовить соответствующий указ губернатора. Конечно, государственных гражданских служащих и госдолжностей это в меньшей степени касается, но по традиции 31 числа постараемся минимизировать, конечно, работу. Особые направления здравоохранения, коммунальное хозяйство и так далее. Распоряжение об утверждении 31 декабря выходным днем будет официально принято в правительстве Севастополя в ближайшее время, резюмировал градоначальник. Подрядчик, отвечающий за содержание севастопольского приюта для бездомных собак, возместит региональному бюджету около 1 миллиона рублей. Соответствующей претензией к представителю частной фирмы выступил департамент городского хозяйства. Как пояснил глава ведомства Евгений Горлов, такая сумма сформировалась по результатам проведения проверки исполнения заключенного местным правительством государственного контракта с обществом с ограниченной ответственностью Севастопольский центр права. Подрядная организация представила акты, на основании которых мы не подтвердили их выполнение, то есть основная часть контракта еще не закрыта. Соответственно, в рамках вот этих мероприятий там, 9 миллионов рублей было оплачено подрядной организации. Соответственно, сегодня еще работа уже началась и претензионная в отношении данной подрядной организации. Претензии у департамента городского хозяйства появились в отношении условий размещения собак. Сейчас они не соответствуют указанным в заключенном госконтракте. Большие вопросы есть и по содержанию животных. Обеспечение кормами, нахождение животных в помещениях, требования по их температурному режиму. Ну, соответственно, эти все замечания учтены, и вот из-за этого и работаем сейчас претензионно в отношении этих подрядчиков. Чтобы контролировать условия обращения с животными в приюте можно было постоянно, губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение заключить договор с городским интернет-провайдером «Севстар» для установки системы удаленного видеонаблюдения. Обратитесь, я думаю, по такому социально значимому вопросу, они нас поддержат. Надо в этом приюте установить видеокамеры. Достаточное количество, чтобы можно было наблюдать в режиме реального времени все, что там происходит. В том числе и мне, и вам, и всем заинтересованным. Если факт ненадлежащего обращения с животными подтвердится и после запланированного мониторинга, правительство Севастополя намерено по итогам оплаты контракта внести подрядчика в реестр недобросовестных. Ну и надо думать тогда, если у нас не получается найти контрагента по организации в каком-то объеме все-таки государственной службы, которая может работать в другом виде. Понятно, что дорогостоящий приют – это длинная история, но вот подобного вида, как это сейчас выглядит, мы точно в силах организовать в гораздо большем качестве. Городоначальник также предложил подключить к процессу организации собственного городского приюта для собак Севастопольскую ветеринарную службу. Проработать этот вопрос губернатор поручил своему заместителю Николаю Жигулину. Предпринимателям Севастополя начнут выдавать микрозаймы в размере до 3 миллионов рублей под 1% годовых. Такое решение также приняли на заседании правительства города, которое прошло, напомним, 10 декабря. Заместитель директора Департамента экономического развития Алексей Попов уточнил, представителям малого и среднего бизнеса средства будут предоставляться без ограничений по целевому использованию и с отсрочкой по первому платежу на срок до 6 месяцев. Второе – это отсрочка по арендной плате для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, которые сейчас осуществляют деятельность, которые испытывают ограничения за 4-й квартал 2020 года по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя. Аналогичная мера также устанавливается по отношению к арендодателям по договорам аренды городских земельных участков, при условии, что они предоставили своим клиентам отсрочку или снижение оплаты не менее чем на 50%. Чтобы воспользоваться этими мерами, необходимо подать письменное обращение в Департамент по земельным и имущественным отношениям до 28 февраля следующего года. Отсрочка, которая предоставляется, она подлежать оплате будет с 1 июля 2021 года и до фактически конца декабря 2022, один раз в месяц в размере, не превышающем 1/3 ежемесячной арендной платы. На подобные меры поддержки могут рассчитывать представители отраслей, которые сейчас испытывают трудности из-за введенных ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. В их числе заведения общественного питания, места временного проживания, туроператоры и турагентства, залы для проведения выставок и конференций. Благодаря сэкономленным средствам в Севастополе до конца года смогут отремонтировать еще кровлю 5 многоквартирных домов. Об этом на заседании местного правительства сообщил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Это в районе сквера севастопольских курсантов. И вот планируем до конца года полностью мероприятие выполнить. Уже подготовленный проект, то есть готовы к реализации. После принятия решения выходим. Таким образом, в итоге до конца года Департамент городского хозяйства успеет провести замену 29 крыш. Предложение о перераспределении средств получило поддержку губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Жители Байдарской долины боятся, что о ремонте дамбы на Туристском пруду забыли. Работы, которые начались осенью этого года, по мнению селян, затянулись. В начале недели Севприроднадзор распространил информацию, что пруд должен быть готов к периоду паводков. Но местные жители говорят, что практически не видят на объекте строителей. Ход ремонта гидротехнического сооружения в пятницу проверила глава местного департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова. Вместе с представителями ГБУ «Экоцентр» и депутатом Законодательного собрания Севастополя Вячеславом Гореловым они пообщались с местными жителями и ответили на их вопросы о текущем состоянии дамбы. Жители села Орлиное и представители окрестных садоводческих товариществ давно беспокоятся о судьбе дамбы, да и всего Туристского пруда. По их мнению, обещанный ремонт гидротехнического сооружения сильно затянулся, а может и вовсе прекратился. Люди все реже наблюдали строительную технику на территории, и дачники стали подозревать, что здесь ведется вовсе не ремонт, а подготовка к возведению очередных коттеджей. На мой взгляд, надо как минимум контролировать подрядчиков, потому что подрядчики работают из ряда вон плохо. Техника пришла за 15 минут после приезда телевидения, если быть точным. Прибывший на место глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, представитель подведомственного учреждения «Экоцентр» и депутат Законодательного собрания города Вячеслав Горелов пообщались с людьми и ответили на вопросы, которые волнуют граждан. Что происходит на сегодняшний день? Нашим подведомственным учреждением ГБУ «Экоцентр», я позже предоставлю слово начальнику отдела, он расскажет, что конкретно, какие технические работы выполняются. Производится сейчас комплекс работ в соответствии с разработанными ранее проектами, поэтому движется оно, может быть, не так быстро, как хотелось бы местным жителям, но по-другому нельзя. Все работы на гидротехнических сооружениях нужно выполнять только в соответствии с проектом, который, в свою очередь, проходит экспертизу. Восстановление тела земляной дамбы, раз, это определение отметок водосброса, 2, и заглушка трубы самой, 3. Все ведется параллельно. Специалист подведомственного Севприроднадзору ГБУ «Экоцентр» рассказал, что состояние гидротехнического сооружения тяжелое. В теле дамбы обнаружены дефекты, ее попросту водой размывают изнутри, поэтому сейчас из гидравлической схемы исключили один элемент. Принято решение заглушить донный водовыпуск со стороны водоема, дабы исключить попадание воды в тело самой дамбы. С целью регулирования воды принято решение сделать дублер донного водовыпуска, но только поверхностный. Безопасность гидротехнического сооружения на пруду Туристский в итоге будет обеспечивать восстановленное тело дамбы и отметка поверхностного водосброса. Именно показатель уровня заполняемости играет наибольшую роль, подчеркивает представитель ГБУ «Экоцентр». В настоящее время осуществить штатное характеристики водоема, которые были нам оставлены гидроводхозом в 2000 году, мы не можем, потому что, во-первых, тот уровень воды, который был ранее, дамба не выдержит однозначно, потому что мы не рискнем ее эксплуатировать в этих характеристиках без дополнительных обследований. Местные жители забеспокоились, что если дамба в ветхом состоянии и поддерживать прежние показатели будет сложно, то воды, которая с паводками попадет в пруд, в итоге может не хватить. Когда сельчане начали настаивать на капитальном ремонте сооружения, депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов обратил их внимание на то, что этот процесс может занять слишком много времени. Если мы сейчас тянемся, тот ремонт, который ты говоришь, он будет длиться 3 года. И 3 года здесь не будет воды. Мы без воды не можем. Понимаешь? Как раз закончится аренда. Вы услышали, что вам человек сказал? Когда им были переданы полномочия по этому водоему? Когда? В сентябре 19 года. Я правильно говорю? Без воды. Я вам еще раз объясняю. Мы без воды вам не спроектируем такой комплексный ремонт. Сам факт того, что пруд был осушен, является большой проблемой, признается директор Департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова. Но она заверила местных жителей, что власти регулярно следят за ситуацией вокруг водоема. В итоге сельчан удалось убедить, что текущий ремонт дамбы – наиболее правильное и эффективное решение на данный момент. Работы по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения подрядчик завершит до конца года. С приходом паводков пруд Туристский будет наполняться. И тогда специалисты Севприроднадзора проведут обследование всех конструкций на предмет течи. Дарья Юхновская, Александр Устич, Севинформбюро. Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь 48-летней жительницы Ялты, муж которой поджег микроавтобус «Мерседес Спринтер» утром 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее стало известно, что пара ехала из Ялты в Алушту, но по пути между супругами возник конфликт. Во время ссоры 41-летний мужчина поджег автомобиль. Виновник возгорания скончался на месте до приезда скорой помощи. Его жене удалось выбраться из горящей машины. Она с серьезными ожогами была доставлена в многопрофильный республиканский медицинский центр в Ливадии. Ялтинские следователи провели осмотр места происшествия, допросили пострадавшую и назначили ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Впервые более 300 зараженных коронавирусом за сутки выявили в Крыму. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал глава республики Сергей Аксенов. Он сообщил о 306 новых случаях. Всего 9 из них протекают бессимптомно. 227 выявлены при обращении за медицинской помощью. 79 среди контактных по ранее зарегистрированным, разъяснил Сергей Аксенов. Позже Республиканское министерство здравоохранения сообщило еще о 7 случаях с летальным исходом. Таким образом, с начала года в Крыму скончались 362 пациента. Коронавирус обнаружен у 18 256 человек, выздоровели из которых 14 110. Еще 73 новых случая заражения зарегистрированы в Севастополе. Данные на утро 11 декабря приведены на сайте правительства города. Скончались 5 человек в возрасте от 42 до 69 лет. Во всех случаях течение болезни сопровождалось сопутствующими хроническими недугами. Таким образом, за время пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 5136 человек. Выздоровели 4724, из которых 110 в течение четверга. Скончались 163. На сегодняшний день в стационарах находится 128 пациентов, в пансионате «Изумруд» 112, на амбулаторном лечении 95. Под наблюдением остаются 558 человек. Это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. Маленькая Катя Коренюк, только начинающая свой жизненный путь, нуждается в помощи севастопольцев. У малышки врожденный порок, дефект межжелудочковой перегородки. Девочке всего год и 9 месяцев, но она уже перенесла операцию на открытом сердце. Спустя месяц после появления на свет Кате сузили ствол легочной артерии, чтобы она могла дожить до самой важной операции – радикальной. Когда ребенку исполнилось 1,5 года, дефект стал настолько большим, что врачи отказали в проведении операции. Отчаявшись, родители отправили документы в несколько зарубежных кардиоцентров. Один из опытных мировых врачей согласился помочь, но стоимость операции оказалась настолько большой, что семье не под силу оплатить ее самостоятельно. Севастопольцам нужно собрать почти 11 миллионов рублей. Содействует им в этом благотворительный фонд «Алеша», на официальном сайте которого можно узнать все подробности, как помочь семье. Мы были счастливы, готовились к появлению доченьки. И когда малышка родилась она только на 42-й неделе путем экстренного кесарево сечения. просто потому, что роды не начинались. Я все чаще думаю, что малышка просто не спешила появляться на свет, так как чувствовала, какие испытания ждут ее в нашем мире. Испытания начались уже в первые дни после рождения. На вторые сутки педиатр заподозрил шумы в сердце младенца. После обследования родители услышали страшный диагноз – дефект межжелудочковой перегородки. Когда Кате был всего 1 месяц, медики провели сложную операцию на открытом сердце с искусственной вентиляцией легких. Вмешательство позволило малышке расти и набирать вес. 1,5 года она готовилась к серьезной радикальной операции. Родители выполняли рекомендации врачей, но дальше малышку и ее родители ждали очередные испытания. Мультиспиральная компьютерная томография, которую проводили под наркозом, показала, что дефект сердца рос вместе с девочкой и стал настолько велик, что врачи отказали в хирургическом вмешательстве. Восстановить межжелудочковую перегородку сложно. То, что ребенку не могут сделать радикальную операцию, означало, что малышку ждет пожизненная инвалидность, множество хирургических вмешательств, огромное количество постепенно нарастающих коварных осложнений, таких как цирроз печени, возможно, пересадка сердца в дальнейшем. Мы готовились 1,5 года к радикальной операции. Мы верили, что ребенок будет здоров. Родители девочки разослали результаты обследований в лучшие кардиоцентры России, но получили отказы из-за сложности операции. Физиология сердца девочки правильная, но отверстие в межжелудочковой перегородке составляет 15 на 25 миллиметров. Страшный момент, когда настанет тот час и начнутся серьезные проблемы, ухудшение здоровья. Неизвестно, когда это вообще может произойти. Катюша самое дорогое, что у меня есть. Я очень сильно боюсь потерять ее. Многие зарубежные медики тоже отказали в проведении операции. Последний шанс готов дать кардиохирург из клиники Бостона, один из лучших в мире по коррекции радикальных пороков сердца у детей в сложных условиях. Опытный врач уже спас жизни 2 девочек из России. Летом и осенью этого года они вернулись домой после успешных операций. У родителей Кати появилась надежда, что и их дочка станет здоровой и сможет жить полноценно. Стоимость операции, которая полностью восстановит функции сердца ребенка, 130 811 долларов, то есть 10 миллионов 710 тысяч 805 рублей. Это непостижимо высокая сумма для семьи. К тому же очередное обследование показало, что на бандаже легочной артерии, от которого зависит жизнь малышки, понижается давление, страдает правый желудочек. Через несколько месяцев Катя может уже не выдержать операцию. Мы очень боимся не успеть. Последние обследования показали, что состояние ребенка требует срочной операции, иначе она не нужна будет совсем. У нас остался только месяц. Осталось собрать еще огромную часть суммы, 67%. Мы очень надеемся, что благодаря помощи добрых людей, информационной, любой поддержки у нас все получится, и Катенька будет здорова. Что мы вернемся в наш любимый город Севастополь уже здоровой малышкой. Без поддержки севастопольцев Катя Коренюк может не дожить до своего 2-го дня рождения. Помочь девочке просто. Нужно отправить сообщение на номер 9112 с любой суммой, например, 100. Или любым удобным способом на сайте благотворительного фонда «Алеша» – алешафонд.ру. Родители Кати уже собрали чуть больше 3,5 миллионов рублей. Осталось еще 7,5 миллионов. Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, Севинформбюро. Севастополь вновь принимает гранд-финал Национальной парусной лиги, на этот раз в высшем дивизионе. Скоро мы узнаем имена сильнейших яхтенных команд России 2020 года. 14 коллективов на протяжении 3 дней будут ловить удачу и попутный ветер в Севастопольской бухте, стараясь продемонстрировать лучшее, на что способны. На Горовской пристани все готово к торжественной церемонии открытия гранд-финала высшего дивизиона Национальной парусной лиги. Команды выстроились в ожидании жеребьевки. Неделю назад здесь определились победители дивизионом ниже – премьер. В финальный раунд элитной группы, который стартовал 11 декабря, вышли 14 команд. В последнее время руководство Национальной парусной лиги все чаще предпочитает именно наш город для проведения этапов статусных всероссийских яхтенных соревнований. Севастополь, наверное, одна из лучших акваторий раньше Советского Союза, сегодня России, с учетом погодных условий, ветровых условий. Ну и знаменательно то, что это центр Севастополя, в котором всегда развивался парусный спорт, всегда был на высоком уровне. Все наши олимпийцы всю подготовку проводили всегда в Севастополе. И то, что сегодня Национальная парусная лига, гранд-финалы, один мы уже провели, сегодня проходит второй финал высшей лиги, это элита российского парусного спорта. Ветер – движущая сила для яхтсменов, поэтому погодные условия немаловажны в парусном спорте. И чем сильнее порывы, тем интереснее. Первый день гонок ветер был небольшой, близкий к штилю, но организаторы не сомневаются. Зимний Севастополь идеально подходит для проведения гранд-финала. География участников охватывает практически всю страну. Тут все регионы представлены, будем говорить, нашей большой России. Вот, многие команды сборные даже из разных регионов. Здесь, конечно, и даже вот Чеченская республика представляется, они будут в первую очередь тоже бороться за медали. И здесь и Москва, и Санкт-Петербург, то есть такие вот регионы, Краснодарский край, где очень развит парусный спорт, конечно, и эти же гонщики представляют свои вот эти, будем говорить, команды. Команда из Севастополя также поборется за звание победителя. Ее возглавляет мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр в Лондоне Алексей Борисов. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые спортсмены не смогли приехать на заключительный этап. Но, по словам президента Севастопольской федерации парусного спорта, состав команд позволит честно определить победителя. Все участники соревнуются на парусных яхтах одного класса. Их предоставляют организаторы. Класс яхт G70, сейчас она очень популярна в Европе, на них проходят европейские соревнования, как чемпионаты Европы, чемпионаты мира, также вот национальные лиги всякие европейские, и также вот у нас в России есть вот данная национальная парусная лига, которая проходит тоже в классе G70. Гранд-финал будет длиться 3 дня, с 11 по 13 декабря. Жители города смогут понаблюдать за гонками прямо с набережной у памятника затопленным кораблям. Воскресенье – заключительный день. Тогда и станут известны имена победителей и призеров сезона 2020 года в Национальной парусной лиге. Елизавета Стрельцова, Юрий Реутин, Севинформбюро. Завершаем наш новостной выпуск новостью из мира спорта. Действующий чемпион крымской футбольной премьер-лиги уступил в Севастополе. Наша команда продолжает победную поступь. Это 5-й подряд успех подопечных Олега Лещинского. Матчи с Евпаторией всегда даются севастопольцам, а они в белом нелегко. В 4 очных встречах прошлого сезона моряки добыли лишь 1 очко. На этот раз наши ребята подходили к противостоянию на домашнем стадионе, который вновь был пуст из-за ограничительных мер, в статусе фаворита и лидера. И что доказали по ходу игры. Уже на 6-й минуте севастопольцы открыли счет. После розыгрыша углового поворотом пробил Роман Климентовский. Мяч летел прямо под штангу, но неожиданно для всех на его пути оказалась голова Артура Айметдинова, которая кардинально изменила траекторию его полета. Это уже 11-й гол 21-го номера моряков. Хозяева не стали останавливаться на достигнутом, и спустя четверть часа вновь отличились в воротах евпаторийцев. Очередная фланговая атака завершилась прострелом в штрафную, где Даниил Наговицын, находясь в гордом одиночестве, переправил мяч в дальний угол ворот. А все вопросы о победителе матча перед самым перерывом снял Захар Тарасенко. Нападающий эффектно развернулся, получив пас от Александра Смирнова, и уверенно реализовал выход 1 на 1 с голкипером гостей. Второй тайм стал для обеих команд формальностью, хотя действующий чемпион стремился забить гол престижа. Но вновь отметим 19-летнего вратаря Севастополя Евгения Замиреца, который сейчас заменяет капитана Сергея Науменко. Юный голкипер провел 2-ю сухую игру подряд, уверенно действуя на последнем рубеже. Наша команда искала свои шансы в контратаках и стандартных положениях. И на 83-й минуте установили окончательный счет на табло. Дмитрий Матвиенко навесил, а Антон Пинчелюзов оказался выше всех в штрафной. 4-0 – разгром действующего чемпиона. Может, больше владела мячом команда соперника, но ребята грамотно перестраивались, ребята грамотно играли на контратаках и использовали свои моменты. Хорошо сыграли при стандартах. Ну, в принципе, было пару моментов у команды соперника, где они должны были забивать, но нам больше повезло. И вновь лидера держали синхронные победы, поэтому положение команд в первой тройке чемпионата не изменилось. Севастополь возглавляет турнирную таблицу и опережает Крым-Теплицу на 1 очко, имея игру в запасе. Следующий тур состоится уже в воскресенье. Нашу команду ожидает главное дерби полуострова – выездный матч с ТСК «Таврией». Встреча пройдет 13 декабря в 14 часов на поле стадиона «Скиф» в Новопавловке. В завершении выпуска по традиции о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь и днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 градусов с отметкой плюс. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей, 7 мальчиков и 2 девочки. На сегодня это все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59 0060, а также мобильный +7 978 900 31 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте nts-tv.com. Ждите новостей, до встречи, всего доброго и хороших вам грядущих выходных.